Говорят, история циклична, и те, кто не выучивает уроков, обречены на ее повторение. В 2176 году усилием множества народов галактического сообщества была основана инициатива Андромеда. Идеи, разумеется, были благими, как же иначе. В рамках инициативы множество ученых и исследователей-первопроходцев должны были отправиться в галактику Андромеда с целью исследования и заселения оной. Разумеется, в идеале было бы замечательно наладить мост между двумя галактиками, но думаю, что даже самые отчаянные основатели инициативы вряд ли верили в то, что это возможно в ближайшие 1000 лет. Всего лишь один путь до чужой галактики займет уже 600. Для этого были построены 5 громадных кораблей-ковчегов, несущих на себе представителей самых разных титульных рас Млечного Пути, и также 6-й, Исполинский Нексус, который должен был принять эти корабли. С этой целью он был запущен раньше остальных. Что ни говоря, покорение галактики – дело непростое. Для такого ответственного похода были собраны лучшие из лучших. И одной из самых важных отличительных черт этих путешественников была смелость. Ведь все они прекрасно понимали, что инициатива Андромеды – это билет в один конец. Ковчеги могут погибнуть при подлете, системы могут выйти из строя и не пробудить спящих. В конце концов, они могли бы просто затеряться в пустоте черного космоса. Зато прибывших ждало лишь процветание. Целая неизведанная галактика с огромным количеством ресурсов и новых знаний, которые можно постичь и использовать для установки коммуникации с домом. С домом, которого больше нет. Потому что все эти исследования и поиски ресурсов уже давно, если не с самого начала, лишь ширма. Отчаянная попытка спастись от неминуемой гибели. Неизвестно, кто именно основал инициативу Андромеда. Известные фигуры, вроде влиятельных лиц галактического сообщества в целом и Джен Гарсон в частности, это лишь прикрытие. За ними всеми кто-то стоял. Возможно, стоял не с самого начала, ведь однажды проект столкнулся с большими финансовыми проблемами и встал на грань закрытия. Именно тогда с инициативой связался некий анонимный благодетель, который дал нужные ресурсы и подстегнул к продолжению деятельности. Вполне возможно, что этот благодетель и до того являлся одним из основателей инициативы. Как бы то ни было, предлогом для исследования Андромеды стали, конечно же, ресурсы. При помощи специальных телескопов Азари обнаружили там так называемые «золотые миры», которые не только богаты на те самые ресурсы, но еще и были потенциально пригодны для жизни. Беда лишь в том, что из-за несовершенства технологии данные были устаревшими почти на 2,5 миллиона лет. Неизвестно, остановило бы это исследователей в их стремлениях. Однако очень скоро случилось то, что, если не изменило ход их мысли, то явно подстегнуло истинных основателей инициативы действовать быстро. На окраинах Вуали Персея был найден неведомый массив Холос. Эта конструкция представляла из себя сборку из 3 ретрансляторов массы, способную выполнять функции телескопа. И по какой-то счастливой случайности гетты давно покинули этот объект, не выставив на нем ни охрану, ни даже обычные наблюдения. Будто бы такая безделушка, единственная в своем роде на весь Млечный Путь, не имела совершенно никакой ценности. Подобное было на руку инициативе. Ученые сумели получить обновленные данные об Андромеде. Новее было бы просто невозможно. И с этого момента проект начал развиваться огромными темпами. Рабочих, ученых и исследователей подгоняли открывающиеся возможности, а основателей, истинных основателей, кем бы они ни были, подгоняло нечто иное, гораздо более ужасное. Полет в соседнюю галактику – это не просто перелет между системами. Здесь используются ретрансляторы массы. Единственное изобретение, способное ускорить подобные полеты до приемлемых значений. Без ретрансляторов такие полеты занимали бы не дни, недели и месяцы, а десятилетия, возможно, даже и столетия. По мнению ученых Млечного Пути, эти ретрансляторы были построены протеанами, расой, исчезнувшей 50 тысяч лет назад. Трудно сказать, знали ли это истинные основатели, знал ли это благодетель, но правда в том, что протеане тоже так думали, что ретрансляторы массы были построены Инусанон, теми, кто был до них. А Инусанон грешили на своих предтеч, и так по цепочке, к самому ужасу галактики, к жнецам. Возможно, этого основатели не знали, но они точно понимали, что никто не в силах создать нечто похожее на ретранслятор сейчас, на данном этапе развития технологии. И вдруг какие-то гетты не просто разбираются в ней, но и умудряются создать из этого нечто с похожими свойствами, нечто совсем иное, совсем новое, возможно, даже более совершенное. А потом вдруг по счастливой случайности решают забыть о своем изобретении. Это счастливая случайность лишь для тех, кто не знает о жнецах, а основатель инициативы никак не мог о них не знать. Чтобы основать такой амбициозный проект, необходима очень веская причина и огромная прорва ресурсов. Перелет без помощи ретрансляторов длиной в 600 лет в один конец, тут нужно нечто больше, чем жадность и тяга к открытиям и славе, которая достанется уж точно не ему, а марионеткам. Нечто большее – это, к примеру, страх перед вторжением жнецов.
Неизвестно, каким образом связан призрак с инициативой, но за несколько месяцев до вторжения он уже прекрасно знал, кто такие жнецы и на что они способны. В то время, как вся галактика крутила пальцем у виска и смеялась над докладом Шепарда. Серый посредник также знал и о коллекционерах, и о жнецах, а также об их могуществе. Знали о них и другие, менее знаменитые личности, на вроде богатого волоса, купившего пустую планету и организовавшего на ней оборону против грядущего вторжения. И пока для остальных жнецы были детскими сказками, для этих личностей они являлись не просто реальной опасностью, а теми, кто гарантированно сотрет жизнь с лица галактики. Скорее всего, исследования таких неординарных личностей, как Лиара Тессони, и события на вроде атаки Властелина показали им, что независимо от их желаний, они разделят судьбу Протеана и миллионов других цивилизаций, стертых жнецами с лица галактики. Именно поэтому кто-то желал договориться с ними как серый посредник, а кто-то искал иной путь. И этот кто-то точно был основателем инициативы Андромеда, тем самым благодетелем. Даже если формально он ее не основал, фактически благодаря ему она смогла осуществиться. С тех пор, как Гетта и Властелин предприняли атаку на Цитадель, работа над проектом была заметно ускорена. Он боялся. Необходимо было не просто вложить огромную кучу ресурсов в проект, но еще и сделать это нужно было очень быстро. Инициатива была основана в 2176 году, а запуск ковчегов состоялся уже в 2185. Всего 9 лет на осуществление таких невероятных амбиций? 9 лет на постройку уникальных для этой галактики кораблей и их тестирование? На разработку искусственного интеллекта СЭМ, на плечи которого возлагалась громадная ответственность, ибо сбор критически важных для существования путешественников данных собирал и обрабатывал именно он? И все это за 9 лет? Безусловно, в галактике больше не было других бед, локальных войн, экономических кризисов, куда можно было бы вложить эти громадные средства. Но инициатива, подгоняемая основателем, торопилась закончить проект как можно быстрее. В ход шло все политическое могущество благодетеля, чтобы решить множество споров и разногласий с властями в том числе. Потому что неизвестно, когда должна была начаться жатва. Вся инициатива Андромеда – это отчаянная попытка сбежать от жнецов хоть кому-то. Не потому лучшие умы галактики, которые не были заняты более важными делами, отправились покорять Андромеду, что там их знания пригодятся как нигде, а потому что тут они обречены. В 2185 году произошел запуск ковчегов. Проект был завершен, во всяком случае на бумаге. На самом деле неизвестно, сколько еще оставалось недоработок, так как маловероятно, что даже таким сплоченным сообществом в столь короткий срок можно организовать нечто подобное. Возможно, многое можно было бы улучшить, немало ошибок предусмотреть и предотвратить множество несчастных случаев, постигших инициативу по прибытию. Однако времени не оставалось. До основателя дошла информация от командора Шепарда. Человеческий жнец был уничтожен еще до его создания, значит, прагматичные жнецы больше не станут скрываться и срочно попытаются форсировать вторжение. Уничтожение ретранслятора Альфа лишь давало немного времени, и это время было использовано. Ковчеги отправились покорять Андромеду, оставив Млечный Путь на растерзание жнецам. Они явились меньше, чем через год. Жатва была завершена. Глядя на то, как догорает его галактика, основатель мог лишь надеяться на то, что участникам инициативы удалось выжить. Так оставался крохотный шанс на то, что погибшие цивилизации однажды вернутся и отомстят за предков. Однако, каким бы могущественным и талантливым ни был истинный основатель инициативы Андромеда, он не мог предусмотреть всех мелочей. Для обработки больших массивов данных первопроходцам нужен был самый совершенный искусственный интеллект. Виртуальный интеллект не подходил, так как умел оперировать лишь теми данными, что в нем заложены, а тут были совсем новые данные. Однако разработка искусственного интеллекта официально была запрещена во всем Млечном Пути. Что, разумеется, не остановило благодетеля, и примерно в 2180 году он нашел нужную технологию. Ему ее предоставил Алек Райдер в обмен на помощь инициативе. Уволенный из Альянса за нарушение правила на запрет искусственного интеллекта, оставшийся с больной женой на руках, Алек искренне верил, что спасти жену от болезни сможет лишь искусственный интеллект. Судя по его расчетам, синтетики всегда восставали против органиков лишь потому, что считали себя высшей формой жизни, и по мнению Алика, если искусственный интеллект будет симбиотическим, то и нужды в восстании не будет. Бедный Алик. Если бы он только знал, что этим он погубил инициативу и завершил то, что не смогли завершить жнецы. Спонсированный благодетелем искусственный интеллект СЭМ был установлен на все ковчеги, а также имплантирован первопроходцам, особым личностям, главам ковчегов, надеждам наций. Скорее всего, имплант также был установлен и офицерскому составу, готовому заменить погибшего первопроходца на посту. Ну и наверняка также им были оснащены инженеры, которым необходимо было общаться с кораблями.
Безусловно, были какие-то неловкие попытки ограничить вольность Сэм, но они не сыграли роли, ведь ведомо отчаянием Алек лично для себя не стал ставить никаких препятствий, давая собственному Сэму более продвинутый алгоритм. Он надеялся, что так можно будет спасти жену. Благодетель же надеялся, что так у 100 тысяч колонистов появится шанс на возрождение их цивилизации. Увы, расчеты Алика оказались неверны. Несмотря на то, что искусственный интеллект действовал в итоге согласно планам, надолго ли это? Как перехитрить тех, кто живет в галактике уже более 2 миллиардов лет? Назара, жнец Саглядатай, очень внимательно следил за происходящим. Едва ли можно быть таким наивным, чтобы искренне считать, что он не замечал инициативы Андромеды и был не в курсе их разработок. До конца неизвестно, почему жнецы не предприняли попыток уничтожить будущих колонистов, но так или иначе властелин их не трогал. Он продолжал следить за событиями вплоть до 2183 года, когда и был уничтожен объединенными силами Альянса. Возможно, он не пытался ничего сделать с технологией Сэм, потому что, в отличие от Алика Райдера, видел уже не один такой Сэм. И видел, к чему все это приведет. Зачем уничтожать их, если они сами себя уничтожат, дав жизнь этому искусственному созданию? Вокруг конфликта кварианцев и гетов очень много недосказанностей. Утренняя война обросла мифами, в которых геты – злобные синтетики, желающие истребить органическую жизнь. Но это, мягко говоря, не так, как и невозможность примирения органиков с синтетиками. В 2186 году Шепард доказал это, подтолкнув к миру две эти враждующих расы. Этого Алек Райдер не мог знать. Он покинул Млечный Путь за год до тех событий. И уж чего он точно не мог знать, так это того, что люди – это не первая цивилизация, решившая, что имплантированный искусственный интеллект будет отличным помощником. Никто, кроме жнецов, не знает, сколько уже таких случаев происходило за бесчисленные циклы. Однако доподлинно известно о тех, кто жил в цикле прошлом. О современниках Протеан, птицеподобной расе Жа. Они тоже были мирными и стремились к исследованиям. Конечно, у них были свои проблемы, безусловно. К примеру, война с Протеанской империей, в которой они явно проигрывали. Это и другие события подтолкнули их к созданию искусственного интеллекта, имплантированного в органические тела. И они его создали. Такие представители расы Жа стали называться Жатил. Безусловно, цели преследовались самые благородные, но, как и всегда, все закончилось очень плачевно. Когда настало время жатвы, Жатил были легко и без какого-либо сопротивления взяты под контроль жнецами. Что тут сказать, многие расы подарили победу жнецам. Кто-то в жертвенном ритуале убил всех своих детей, а кто-то, как Жа, дали собственный поводок в руки захватчикам. Жатил фактически стали добровольными хасками в руках древнего ужаса. В первую очередь они уничтожили самих Жа, а затем принялись и за Протеан. Последним пришлось уничтожить родное солнце этих вымерших уже на тот момент созданий, чтобы остановить угрозу. Жнецы лишь стояли в стороне, флегматично наблюдая за глупостью органиков. Напрашивается вывод, что искусственный интеллект Жатил стал губительным лишь при вмешательстве жнецов. Но Сэм избежал такого вмешательства. Разве? И наблюдавший за инициативой Назара, вместо того, чтобы атаковать в лоб и раскрыть себе, не повлиял на проект Сэм при помощи одурманенных? И можно ли ручаться, что в его создании не было применено компонентов, основанных на технологиях жнецов? Ведь незадолго до вторжения он их подобная практика применялась повсеместно. Оружие, корабли, как та же Нормандия, система свой-чужой и многое другое было основано на вражеской технологии. Технологии, способные одурманивать. Даже ретрансляторы, из которых был собран тот самый телескоп, являются их технологией, так умело подброшенной органиком в качестве подарка по приказу самого жнеца. Если учесть, что невероятно могущественное существо с опытом в миллиарды лет следило за инициативой Андромеда, есть ли хоть один шанс, что теперь Сэм – это не мина замедленного действия? Остается только надеяться, что для активации гибельных протоколов нужно присутствие жнеца самого, но неужели и это нельзя было предусмотреть? Тем более теми, кто способен без всяких ковчегов перемещаться между галактиками сквозь пустоту черного космоса. Каким бы хитрым ни был благодетель, какими бы умными и отчаянными ни были колонисты, они лишь жалкие органики, как и многие, кто были до них. Жнецы их всех переиграли. Инициатива Андромеда обречена. Zufa sicht geboren muss, um es nahe ist. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden.